Знать, что заразился. Возможно, боялся, что самый близкий человек станет его бояться. Это тоже тяжело. Может, поженимся? Я думала, что осталась одна. Помнишь, мы обещали сказать, если вдруг заболеем? Ты в порядке? Конечно. Все лучше не бывает, а что? А порез на твоей руке слишком быстро зажил. Больше не знаю. Ты стал намного лучше. Все еще болит. Смотри. Я так волновалась. Идем, что-то не так. Что случилось? Позаботьтесь о Себом и Сойон. Пожалуйста.